Несколько часов назад завершился предварительный подсчет голосов на выборах в единый день голосования. 19 избирательных участков по всему городу и 29 по Рассказовскому району принимали голоса избирателей. Напомним, рассказовцы выбирали депутатов в Государственную и областную думы по партийным спискам. Избирателям предлагалось 4 бюллетеня для голосования в Государственную думу 7-го созыва и Тамбовскую областную думу 6-го созыва по общим партийным спискам и одномандатным округам. Ровно в 20 часов избирательные участки закрылись, и начался подсчет голосов. Уважаемые присутствующие, сейчас 20:00, и установлено федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации время голосования завершено, и проголосовать могут только те, кто у нас остались в нашем помещении. Если таковых у нас не находится, уважаемый секретарь, прошу вас получить неиспользованный избирательный бюллетень от членов УИК, осуществляющий в день голосования выдачу избирательных бюллетеней. Каждое действие избирательной комиссии было строго по протоколу. Сначала сводились итоги по неиспользованным остаткам бюллетеней. Несколько раз приходилось пересчитывать результаты, и только точная цифра удовлетворила наблюдателей. Неиспользованные бюллетени маркировали путем среза уголка и складывали в мешок с наименованием и печатью. Только после полного пересчета остатков избирательная комиссия приступила к непосредственному подсчету голосов. Переносные урны выездной комиссии в первую очередь, а потом стационарные урны высыпали прямо на стол под пристальным надзором присутствующих наблюдателей. Весь подсчет осуществлялся вручную. Избирателям очень нравится наш участок, они входят всегда с удовольствием в центре города. На сегодняшний день мы показали, правда, небольшую явку. Я так думаю, что это в связи с тем, что наша граница нашего участка – это частный сектор, где в основном уже люди пожилого возраста. Все протоколы по итогам голосования председатели участковых комиссий сдавали в территориальную избирательную комиссию города Рассказово. Там в режиме онлайн подводились итоги общегородского голосования. Голоса избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва распределились следующим образом. Я назову вам тройку лидеров. Это Всероссийская политическая партия «Единая Россия». 12190 избирателей отдали свои голоса за эту партию, что составило 70,47%. На втором месте политическая партия ЛДПР, набравшая 1403 голоса избирателей, что составило 8,11%. И на третьем месте политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. 1260 избирателей отдали свои голоса за эту партию, что составило 7,28%. По одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы участие в выборах приняло 17 269 избирателей, что составило 47,15%. Победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Жупиков Александр Владимирович. За его кандидатуру отдали голоса 10215 избирателей, что составило 59,16%. На выборах депутатов Тамбовской областной думы 6-го созыва участие в выборах приняло 17846 избирателей. Большинство голосов отдано за Всероссийскую партию «Единая Россия». За нее проголосовало 12574 избирателя, что составило 70,38%. На втором месте политическая партия ЛДПР. За нее проголосовало 1521 избиратель, что составило 8,51%. И на третьем месте Коммунистическая партия Российской Федерации. За нее проголосовали 1298 избирателей, что составило 7,27%. С предварительными итогами голосования по одномандатному избирательному округу номер 16. Голоса распределились следующим образом. За кандидата Гурову Лидию Викторовну проголосовало 11195 избирателей в
процентном отношении составляет 62,73%. За Ценина Андрея Викторовича проголосовало 3309 избирателей, что составило 18,54%. За Ивлева Виталия Викторовича проголосовало 2581 избирателя, что составило 14,46%. Безоговорочное лидерство во всех округах города Рассказово и Рассказовского района по результатам обработки всех протоколов заняли представители партии «Единая Россия». В Государственную Думу и Тамбовскую областную думу по одномандатным избирательным округам лидируют Александр Жупиков и Лидия Гурова. Юрий Шелдовицын, Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.